вам, мальчики и девочки. Сегодня закончился первый день группового этапа, и наша команда сыграла со счетом 1-3 по картам, проиграв Shopify Rebellion со счетом 0-2 и сыграв с Liquid 1-1. Давайте узнаем, что думают по этому поводу Торонто, Токио и Nightfall. Мы сегодня сыграли 1-3, могли лучше. Где-то не доиграли. Вот. Где-то плохо сыграли, но выводы мы сделали. Посмотрим, что будет дальше. Могли выиграть 4 игры, выиграли одну, делали, просто совершали ошибки критические, где-то индивидуальные, где-то командные. Как Саня уже сказал, выводы сделали, посмотрим, что будет завтра. Пытаемся играть лучше. Как ощущения на лане? Ну, это первый лан для нашей команды, новой. Поэтому мы получаем опыт, первый лан в таком составе, поэтому по кайфу, просто играем, делаем выводы, играем в более сильных команд, которые наказывают за какие-то ошибки. ГПК заболел. Это сказалось на игре? Ну да, у Данька температура очень высокая. Не знаю, я бы с такой температурой не смог бы, скорее всего, играть лично. Вот. Ну, Данек молодец, держится. Это вызывает уважение. Ну, мы начали его уже лечить. Надеюсь, к плей-оффу выздоровеет. Вот. Вот. И будет тащить, как обычно он тащит. Как проходил драфт на первой карте против Шопи и Ребелион? В первой карте драфт нас полностью устраивалось, честно. У нас было 4000 преимущества на 11-12 минуте, игра была полностью под нашим контролем. И мы просто сделали ряд ключевых ошибок. Хотя, как я сказал ранее, игра была под нашим контролем, и сделали мы более правильные действия, то игра была бы легкой. Насколько тебе комфортно на героях типа Беста, которые фармят не так много? Направо Бесте мне комфортно играть, у меня на нем очень много игр. Я бы сказал, меня... На Prime Abyss, может, в топ-1, в топ-2 или там топ-3, условно, игр на Prime Abyss из всех проигроков. Герой был хороший в той игре, мы выиграли с ним линию, даже с контрпика. То есть, импакт был, но вот, как я уже сказал ранее, в мидгейме мы сделали много ошибок, и из-за этого у меня игра заруинилась, хотя до, как бы, командных мувов, там, первые 15 минут у меня была идеальная игра. Что было ключевой ошибкой? Ну, есть некая последовательность действий, которой мы обычно пытаемся следовать. И в этой игре вот зашли в первую игру, как-то начали расслабленно играли и нас наказали, приняли плохие решения. Есть понимание, как действовать, если все идет не по плану. Ну, мы стремимся просто к тому, чтобы у нас все было по плану. Даже если, например, у нас где-то слабее линии, мы должны понимаем, что у нас слабее линии, у нас от этого уже игра идет. Mm-hmm. То есть, ну, к этому должна команда стремиться, чтобы все было именно по плану, я думаю. А когда уже идет не по плану, это значит, что вы не так, что-то не так сделали, и это уже вы какие-то выводы делаете mm-hmm. из этой ситуации. Вот. Ну, очевидно, из того, что есть у нас, так как мы новая команда и не так много вместе играли, то у нас не так прямо много опыта, например, да, вообще любых игровых ситуаций. И все равно сейчас мы воспринимаем этот турнир как опыт и все турниры. То есть для нас это не прям приоритетный турнир, самый главный, там, на который мы должны стоя став выложиться. Но мы все равно хотим выиграть, но я бы не прям сказал, что мы вот именно сейчас, в данный момент, готовы прям топ-1 занимать. Мы можем это сделать, но хочется приезжать на турнир, знаешь, именно вот, вот именно в моей голове я хочу приезжать на турнир и быть уверенным, что я любую команду без шансов выиграю. Mm-hmm. Это к чему мы стремимся, как команда. Саня имеет в виду, что мы когда ты приезжаешь на турнир, чтобы рандом был сведен к минимуму, и ты уже мог это контролировать в игре с другими командами и стабильно выходить победителем. Вот. И сейчас, поскольку мы новая команда, у нас этого еще нет. И мы вот получаем больше, опыт еще... Больше опыта получаем, чем мы... Получаем опыт каких-то новых
новых ситуаций. Вот первый раз приехали на LAN в этом ставе. Что думаете про разор от Shopee и Rebellion? Мы знали, что Артизи может играть на разоре, и в первой игре мы его банили. Да. Но во второй игре мы знали, что у нас будет хороший лайн с разора, с Рубиком ДК. Собственно, это и произошло, поэтому я бы не сказал, что разор был для нас проблемой. Что пошло не так на второй карте? Суть была изначально в том, что мы там взяли Пангольера, и у него немного не пошло в миде. Как мы знаем, что Данек сегодня не очень хорошо себя чувствовал, да и Пангольер в Шака это не самый легкий матчап, это как бы матчап скилла. И вот они там продавили уже мид. И это как раз, я бы сказал, ну, фейворит игра была для них уже с того момента, а не для нас. Ну, зацепиться можно было за вражеские ошибки, что мы и пытались сделать. Ну, мы камбэкнули ту игру в один момент и просто сами ее, ну, сами ее закинули так же после камбэка. Мы видели условно вражеский смог на своем вижене и потом умерли на нем. Могли бы эту игру тоже легко выиграть довольно-таки, если бы играли максимально на раскачку нашего снайпера, максимально, чтобы он был очень огромный. Но в моменте приняли решение не прямо самое выгодное именно для нашего снайпера. И от этого игра сложнее стала, я думаю. Как ментально камбэкали после первой серии? Да, посмотрели реплеи, поговорили, сделали какие-то выводы. И вот потом уже зашли в Sleeped, играли намного лучше. Да, все равно, так сказать, проигрывать всегда неприятно. Я думаю, никому вот из всех профессионалов, всех любят соревноваться. И соревнуются, чтобы выигрывать, и проигрывать неприятно, но это уже как, не знаю, мы уже давно все на профессиональной сцене, у нас у всех были поражения, у всех были победы, и это просто часть процесса. То есть, да. Поэтому просто сделали выводы. В моменте, конечно, именно после игры, возможно, какой-то промежуток у кого-то есть какие-то эмоции, но они очень быстро стихают, и уже готовишься к следующей серии. Вторая игра. Егор, ты ожидал, что тебе отдадут Бруду? Ну, мы играли с ними КВ, и они нас уничтожили. Как раз у нас была Бруда, а у них была пуш с М-кой, и мы знали, что они могут так нам отдать. Суть этого матчапа, да, многие так берут и отвечают пуджом ЦМ-кой на Бруду. Я бы сказал, это нормальный матчап для пуджа и ЦМ-ки. Но мы сделали выводы еще с КВ, и вот уже на выводах выиграли там свою линию. Играть было легко. Почему вам отдали Мерфы в пуджа? Да, против пуджа достаточно много кэрри, которые... ну, у которых очень много дэмэджа физического. Поэтому, ну, я бы не сказал, что всех прям можно перебанить за одну стадию, допустим, вторую. У нас все равно, если бы они забанили Морфа, были бы герои, которые тоже бы, ну, у которых было очень много урона в пуджа было бы. Поэтому, я думаю, это не так важно. Да, я думаю, их идея изначально заключалась в том, что пуш и ЦМ-ка выиграют линию, или у них все будет очень хорошо, и они смогут дальше от этого играть, у них будет большой пуш, который будет снобболиться и иметь хорошие тайминги в игре. А пуш, который уже очень сильно проиграл свою линию, и мы сделали там хорошие действия. Потом первые 15 минут там я и Виталя, и Данек. И уже из-за этого им было сложно играть. Там в любого керри ему было бы сложно, потому что пуш — это герой такой, больше снобола, а не который хочет на равных слотах драться с твоим керри. Почему взяли Кунку во второй карте? Да, думаю, Кунка был хорошим героем в той игре. Это хороший герой в Экзортова Вайнвокера. Второй — это хороший герой в Бисмастера. Ну, нам нужен был герой такой, который купит БКБ, там будет цеплять где-то героев, купит ауру, потому что у нас уже все было для победы. У нас был Морф, у которого должна была быть, ну, была хорошая линия, как мы ожидали, да, и так и было. И ДП тоже.
которая тоже хорошо должна была бы поставить линию, ну, тоже большая была бы по игре. Все, что нам нужно было, это такой герой, который хорошо поставит линию миду. И может быть активным. И да, и у него будет какой-то зацеп. То есть у нас в драфте было все, и поэтому Кункл было нормально. Как раз Кункл в той игре выиграл свой лайн довольно сильно. Это даже при том, что у Инвокера было ФБ, которое мы там в топе на топ-ру не отдали из-за ошибки. Если бы мы еще не отдали ФБ, то у него был бы там огромный вообще перевес в разнице с Инвокером. А так мы там сделали... Ну, мы там поошибались немного на сайд-линиях. Мы могли в топе лучше постоять, если бы не отдали ФБ. И в боте там Морф умер от беста, когда они уже в боте выиграли линию. И вот из-за этих, собственно, ошибок игра стала сложнее. Что ожидаете от турнира? Надеюсь, сыграешь что... хорошо, выиграешь, сыграешь плохо, проиграешь. Спасибо всем фанатам, которые болеют за нас, несмотря на 1-3. Попытаемся сделать выводы и завтра, и в последующие дни играть лучше. Да, будем стараться. Могло быть хуже. Хуже, да, блин, чем 1-3. Что ж, теперь вы знаете ответы на все вопросы. Пишите свои комментарии под видео, подписывайтесь на канал и болейте за BB Team. Spark One.